Артисты Бурятии дали концерт в Крыму. 10 апреля на театральной площади Евпатории выступили солист бурятской оперы Намхайн Мунхзул, солистка народного ансамбля восточного танца «Лотос» Аюна Банзарон, звезда бурятской эстрады Елена Барахитова, театр народной музыки и танца «Забава». Как сообщают крымские СМИ, концерт российских артистов стал незабываемым подарком для всех жителей и гостей города. В Бурятии полицейский спас пенсионерку. 31 марта в одном из поселков Селенгинского района сотрудник полиции Артемий Балданов вынес из горящего дома 67-летнюю женщину. В Бурятии пройдет неделя интернета. Специалисты из России, ближнего и дальнего зарубежья расскажут жителям Бурятии о том, как получить государственные и муниципальные услуги через интернет, а также о перспективах развития IT-технологий. Завершится неделя награждениями победителей конкурса «Байкал-Веб».